Так, это Сатурн, 10 апреля 2021 год, Харьков, 5:31 по Киеву, Харькове. Абсолютно уже светло. Пониженные настройки светочувствительности дают возможность увидеть планету, хотя на небосводе ее уже совершенно не видно. Один миллиард 580 миллионов километров до Сатурна. В окуляр видно прекрасно просто. Это даже на экранчике я вижу, что это не бледное пятно, а вполне себе четко очертаны кольца. Великолепный штиль. Ветра нет. Какая красота! Абсолютно уже чистое синее небо утреннее. Никаких. Ну, Юпитер-то я еще вижу, он огромный, сияющий. А вот Сатурн уже, конечно, только с помощью аппаратуры можно увидеть. Женя, закончился. Оптический зум пошел цифровой. То 25 крат оптического увеличения в фотоаппарате в этом Nikon Coolpix 5000. Нет никаких телескопов, отвечаю в очередной раз. На часто задаваемые вопросы. Ты ж моя золотая лапочка, ты посмотри, как неплохо получается. Несмотря на то, что еще низко над горизонтом, и через плотные слои атмосферы Земли мы смотрим на Сатурн. Видно его просто чудесно. Давай еще один заход. Ага. А потом пойдем на Юпитер посмотрим. Ну, где-то вот там ты. Все, отошел, ничего не трогаю. Елки-палки, как здорово видно. Да и на мониторе будет видно, я кольца даже на мониторчике своего фотоаппарата вижу. Очень четко разграничение между кольцами и самой планетой видно. Так, 10 апреля 2021 год, Харьков. 5:35 по Киеву, Харькове. Скоро солнце встанет в 5:52. Хорошо, пошли к Юпитеру, пока мы еще с Юпитером, наверное, с Сатурном попрощаемся. Уже его не найду на таком светлом небе. Гарантированно. Так, ну. Это даже при таких настройках светочувствительности видно, как светло. А объективно гораздо светлее уже. Поехали к Юпитеру.
В окуляр вижу спутники. Что странно. Вообще-то рассчитывал увидеть кольца при таких светонастройках, настройках светочувствительности. Что ж такое? Чернозем, что ли, прогибается? Не могу никак. Натурально, наверное, под штативом чернозем садится. Но я не нахожу объяснений, что у меня. Просаживается. Камера. Я в полях тут за окружной Харькова. Метра полтора чернозема подо мной. Так. Вроде закрепились на грунте. Ну, в окуляре вижу и пятнышко спутников справа, и полосы вижу. Пускай не так четко, как хотелось бы. С какой? Вообще земля проседает. Так, ну сейчас сам будет вползать Юпитер в кадр. Спутники его я уже вижу, сейчас и он появится. Ну вот два спутника влезло слева. А вот и Юпитер.